Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встречался с Дональдом Трампом, заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, что знает планы экс-президента США в отношении Украины. По словам Орбана, Трамп, претендующий на пост президента от республиканской партии, не намерен поддерживать Украину, и таким образом он планирует закончить войну. Трамп, по словам Орбана, не даст на украинско-российскую войну ни копейки, а если американцы не будут давать деньги, европейцы самостоятельно не смогут финансировать эту войну. Или пусть создают свою собственную армию и свою собственную технику, или если хотят использовать для этого американцев, то пусть они американцам платят за безопасность, сказал Орбан.